Пожарные попали в ДТП в Караганде. Их УАЗ столкнулся с «Мерседесом». 51-летний прапорщик противопожарной службы от полученных травм скончался. Двум его коллегам и водителю иномарки оказана медицинская помощь. По предварительной версии, 22-летний водитель «Мерседеса», не уступив, выехал со второстепенной дороги на главную. В результате обе машины опрокинулись. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека».